Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана немножко с ежедневным применением всеми людьми, а именно с мылом. А более конкретно с мыльницей, благодаря которой у вас мыло не киснет в стандартных мыльницах, а остается в том виде, в котором вы ее положили для следующего применения. Так называемая мыльница в виде листа, благодаря которому то есть, сливается жидкость, которая попала внутрь этой мыльницы. Все это пришло достаточно быстро, потому что покупалось и приобреталось это на Алиэкспресс, но доставка из Российской Федерации. Причем доставка была 5 пост, и пришло это все вот в таком виде. Имеется в виду, еще снаружи была белая упаковка. Все это лежало внутри. Возвращайте часть денег за покупки в Алиэкспресс с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Все приехало достаточно хорошо. 5 пост. Это у нас не Почта России, которая сломает все, что возможно сломать. Потому что работают там неответственные люди. Пора их наказывать этим. Вот пришло в таком состоянии. Давайте посмотрим, что находится внутри. Что из себя представляет эта мыльница. Вот она в таком виде. То есть состоит из трех элементов. Это непосредственно сама подставка. Это вот присоска двойная. Первая присасывается к нижней части основания, а вторая непосредственно уже той поверхности, которой вы будете ее использовать. Причем это есть двух цветов. Она такая серая, вернее не серая, а зеленая такая, темно-зеленого цвета. Есть еще светло-зеленого цвета. Дальше, как поступаем, вот здесь вот такое вот основание, здесь вот есть засечки, благодаря которым устанавливается это все. Так вот, ну, можно взять и достать мыло, ну, либо вариант закрепить на поверхность, то есть брать из этой мыльницы. Так, ну и давайте сейчас продемонстрируем, это у нас сюда устанавливается. Вот за стол она хорошо закрепляется, но, наверное, за сам фаянс, но все равно вот отлипает. Ну, можно отлепить. Так, и помещается сюда стандартное мыло, я уже не буду из упаковки вытаскивать. Ясно, понятно, что там внутри мыло находится еще в меньших размерах, то есть, когда вы укладываете, у вас вода сливается, ну, либо большой вариант, тоже можно разместить. Ну, в последующем он будет уменьшаться до того размера, который будет лежать на этом листе. Давайте еще измерим размеры, какие должны иметь у вас постаменты, имеется в виду раковины и ванны. Основание у нас где-то 12 сантиметров идет, а непосредственно сама длина, ну, где-то около 16 сантиметров, то есть это вот от края до края 16 сантиметров, а здесь ну, где-то 12. Можно, конечно, под углом поставить, если у вас постамент раковины имеет меньшие размеры. Вот такая вот мыльница с такими размерами. Не забываем, что у нас объявлен розыгрыш при условии достижения на моем канале 10 тысяч подписчиков, и это количество будет держаться около недели. Я разыгрываю объектив для смартфона аноморфный Уланзи, что вы сейчас видите перед глазами, поэтому проявляем активность, подписываемся и ждем момента розыгрыша данного объектива аноморфного Уланзи каждому желающему, причем отправлю в любую точку мира. При условии, что с этой точкой мира осуществляется почтовая служба между Российской Федерацией и той почтой, куда я буду отправлять. И давайте сейчас проведем некоторый опыт такой, утрированный, как у нас, посмотрим, стекает жидкость при размещении внутри него мыла, как все будет выглядеть. Итак, смотрим.
Так, я вам продемонстрировал мыльницу, благодаря которой мыло у вас не киснет, не обзаводится соплями, тем самым постоянно в рабочем состоянии, из которого жидкость выходит в раковину, либо в ванную, джакузи, где у вас установлена данная мыльница. И тем самым сохраняется мыло свои основные свойства. И тем самым меньше тратите на замену мыла, как вариант сохранения. Итак, я вам продемонстрировал мыльницу. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию вам предоставил. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.